Летать я, конечно, не люблю. Я думаю, как и каждый человек. Только кто-то больше, кто-то меньше. Я все же больше, поэтому у меня есть целая процедура. Я там за час начинаю пить всякие успокоительные, чтобы кровь разжижала от давления. Поэтому зрелище не для слабонервных. В этом месяце я ездил в Новосибирск, летал в Якутск. Если в Новосибирск надо было лететь около 4 часов, то в Якутск 7 часов. Когда мне билеты прислали с Якутска, я узнал, что лететь туда 7 часов, и обратно у меня через Москву пересадка, то я уже, когда уже назад летел, долетел только до Москвы. А, так. И не стал лететь дальше до Санкт-Петербурга. Уехал на Сапсане. Нервы у меня не выдержал. В основном эти поездки, они все похожи. Кто-то меня приглашает, вот как мой приятель, друг, Гренадеров Александр, он позвал меня в Якутск. Новосибирск меня пригласили через Пьюр. Кому-то покажет, что это очень интересно летать там в Новосибирск, Якутск. На самом деле это как работа. Утром прилетаешь, поспать не получается. Это моя основная работа, за что мне платить деньги. Может показать, что это интересно, перелеты. Тот же Новосибирск, прилетели мы в 6 утра, заселились в отель, не успели даже поспать, там 2-3 часа уже надо было на семинар. И я там пару часов отсидел, отвечал на все вопросы, прошел семинар, пообедали и потом поехали на показательное выступление. Если меня куда-либо приглашают, семинары или гостевое позирование, в основном я не отказываюсь. Тут же, опять же, как мы договоримся, чтобы у меня было время, чтобы им было удобно. Ценовая политика. Если я уже понимаю, что мне надо куда-либо лететь, я тренируюсь без выходных, с учетом, что я там не буду тренироваться. Прилетаю и дальше начинаю тренироваться. Если пропускаю, только максимум 1-2 дня, в основном 2. На второй день был семинар в спортивном магазине, пару часов поотвечал и потом на самолет домой, в Санкт-Петербург. Я к чему это все говорю? На самом деле это не так все легко, нон-стоп, туда-сюда. Но все же это часть моей работы. Сегодня у нас дельты и легкая грудь. Предварительно надо разогреться. Вес я беру небольшой, как вы сами понимаете, чтобы просто разогреть мышцы, суставы. Где мой напарник? Тогда я начну, ладно?
вначале разогреваюсь, имитирую легким весом это упражнение. Один подход по 15, там 20 повторений. Потом 4 подхода рабочих. Повторения от 8 до 12. Что, кто делает, получается? Как я попробую? Не, я сейчас отправлю. Просто я ж тебе... Если есть, да, пришли, чтобы я не искал. Сделал чуть больше, чем рассчитывал. Ну, видимо, не рассчитал вес. Слишком легкий поставил. Как я уже говорил, сегодня дельты у нас. Первое упражнение – разведение на тренажере назад. Вот как делает мой друг Игорь. Работает задняя поверхность плеча, задней дельты. Очень хорошее упражнение. Особенности в этом упражнении нету. Особенность появится в следующем упражнении. Я делаю сразу суперсетом. Я очень люблю суперсеты, и будет суперсет в следующем упражнении. Что я вам и покажу. А какой у нас подход? Третий. Игорь, какой подход? Четвертый. Так, заключительный подход. Четвертый. Оденься, чтобы мы самые сухие были здесь. Вот, давай. Это вот Володя, Вова, тоже готовится к соревнованиям, к Питеру, который будет буквально уже через 2 недели. Три. Очень хорошая форма. Будем за него болеть. Так, следующее упражнение у нас подъем штанги к подбородку и сразу же суперсерии с разводкой гантелями. Сперва разогреваемся в первом подходе. Вес небольшой. До конца вниз руки не опускайте, не разгибайте, чтобы слегка согнуты были в локтевом суставе, чтобы мышцы были всегда напряжены. Одеваем пояс для безопасности, чтобы живот не торчал. Сделал 10 повторений и сразу же махи в сторону. Вот это любимая моя комбинация, о которой я вам рассказывал. Будем делать 4 подхода. Сейчас приступаю ко второму. Тяжко.
Не, у меня нормально. Руки и ноги нормально. Так, это третье упражнение у нас. Разведение в кроссовере, в стороны. Для среднего пучка. Очень хорошее упражнение, потому что по всем предыдущим движениям мышцы у вас напряжены. В отличие, например, от разведения гантелей. Где, когда вы достигаете горизонталь, так, вертикаль точнее, у вас мышцы расслабляются. Вернусь к началу разговора, где я говорил сегодня дельты и легкая грудь. Дельта подразумевает все упражнения, которые мы делаем на дельты. Передний, средний, задний пучок. А на грудь только одно упражнение. Ага. Смотри, думали, что я не замечу. Добавили вес. Так, заключительный подход, потом перейдем на передний пучок. Жим на хаммере. В хаммере. На самом деле, эти упражнения вы могли где-то видеть в видеоуроках, которые на сайте Спортлайфа есть. Сейчас, может быть, какие-то есть доделки, так сказать. Приступаем к заключительному упражнению на дельте. Вот, кстати, Зуфар. Феноменальный, сильный у нас сотрудник, тренер. Вин Дизель, как мы его называем. На самом деле, наверное, благодаря таким ребятам, как он, он бывший дзюдоист, и это не первый у меня знакомый, еще и Салих, который тоже бывший дзюдоист, и они тоже отличаются такой силой. Он тренируется буквально 5 лет, но очень хорошего результата достиг. Разминаемся. Я локти немножко увожу вперед, для того, чтобы акцентировать на передний пучок. То, что сейчас разговариваю, мне простительно, потому что вес разогревочный, мизерный. А еще мне напоминает вот эти съемки, как помните, реальные пацаны, где он там разговаривал со своей камерой. Я просто говорю. По такой схеме я ежедневно тренируюсь, так готовлюсь к соревнованиям, которые предстоят у меня к осени, которые предстоят
меня осенью. Никаких секретов нету. Все, что показываю, то и делаю. Ты же обещал звонок поменять. Чья же очередь? Дельты, все упражнения мы закончили делать. Сейчас перейдем на легкую грудь. Одно упражнение. Приступаем к груди. Одно упражнение. В данный момент это будет хаммер, жим хаммера лежа. Подкладно 2,5 килограмма, чтобы просто было удобнее взять, сорвать, как говорится. Только для этого. Качки. Мы спортсмены не гибкие, поэтому нам очень сложно туда подлезть. Разогревочный подход первый. Критики опять, как с первым фильмом, что опять не так лег, не так взял, или кроссовки не той фирмы одел. Ну, так, потому что, к сожалению, есть такие люди, которым не угодить. К сожалению, им все плохо. Было 4 подхода. На этом наша тренировка закончена. Говядина, мрамор, охлажденная мякоть бедра. Берем. Сегодня будем делать мясо, будем готовить. Сделаем кусок, надо побольше, да? Стейки сделаем. У меня обычно килограмм в день. Сутки, ну да, за день я килограмм съедал. Не в сутки, да, а за день. Так, чтобы если я начинаю в 10 утра кушать, чтобы в 10 часов вечера все закончилось. Беру мясо всегда охлажденное, в основном это индейка, говядина. Важно, чтобы было много и недорого. Я люблю в основном то, что мне жена готовит. Самая вкусная еда – это домашняя. Я один ресторан съезжу. Ресторан приятно, там все же оформление, какие-то, например, специи, соусы, то, что нет дома. А в целом все же домашняя еда есть домашняя. Ну, большинство кушают, спортсмены, большинство спортсменов кушают грудку куриную. Я ее не воспринимаю. Я уже говорил где-то в интервью по двум причинам, что, во-первых, она невкусная у нас, это не то, что у бабушек в деревне. Во-вторых, что она заколота вся, аллергенный продукт. Педиатры не рекомендуют кушать детям и беременным женщинам. Это уже о чем-то говорит. Если ем, только цыплят. Маленькие цыплята есть. Вот такие куски нарезаем. Есть где-то больше килограмма мяса. Я ем, стараюсь 200-300 грамм, ну, по 200 грамм где-то примерно
за раз, за один прием пищи. Стараюсь килограмм съедать не за сутки, а за день. Утром начал, например, ночью закончил. Я ем еще ночью. А то, знаете, у кого стереотипы, что ночью нельзя кушать. На самом деле нужно, можно. Сантиметр на два я нарезаю. 2-2,5. Мясо должен готовить мужчина. В основном я или варю, или запекаю, или вот делаю гриль. Ты в магазине был? Да. Да? Да. Ну ладно, ты с тетей поздоровался? Да. Где? Скажи привет. Привет. Че ты не улыбайся? Че ты не улыбайся? Ты че? Стесняешься, что ли? Да. Да перестань ты. Как тебе папа учил? Че надо показать? Кулачок покажи. Кулачок. О, как тебе папа учил, да? Какой ты у меня сильный. Вот такой сильный. Ну-ка, дай я потрогаю. Вот такой сильный, да? Молодец. Вот моя гордость. Как я всем говорю, в нем моя сила. Да? Папе купил? Да. Спасибо, да, поцелуй. Солю только вот именно мясо, когда гриль. Первый фильм, где я сказал, не хотел бы, чтобы мой сын занимался бодибилдингом. Ну, все же, как говорится, это мой фильм, это мой сын. Ни я и ни мой сын никто никому не должен. Ничего. Есть знаменитые боксеры, которые тоже не хотят отдавать своих детей в бокс, чтобы дети зарабатывали деньги тем, что бьют им по голове. А так, поэтому это нормально. Я как отец хочу, чтобы он деньги зарабатывал мозгами. Воду из-под крана я не пью, хоть она у меня очищенная, но, короче, вода заказная. Так, пока мясо готовится, оно готовится недолго. Так, скажу вам, раз уже здесь разговор про еду и процесс такой же, расскажу вам, как правильно питаться, как избежать целлюлита на бедрах, на ягодицах. Девушки, не кушайте сладкое. Не покупайтесь на эти рекламы, где написано на йогурте, что он обезжиренный. Проблема в сахаре, а не в жире. Мужчины, поменьше ешьте жирную пищу с пивом. А лучше вообще не ешьте. Питайтесь более правильной пищей. Вареную, пареную пищу, это несложно. Те же продукты вы можете, даже может дешевле обойдется. Хотя, ну, как говорится, от кармана зависит. Сейчас питаться правильно, это не настолько дорого. Вы все равно же покупаете домой продукты. Но пускай это будет на 20% дороже. Но зато вы сэкономите себе, как говорится, на здоровье. Внешний вид у вас будет гораздо лучше. Так, ну, по инструкции считается стейки, как готовить. Теперь обмазывайте оливковым маслом, соль, перец, да. Кладете вот такой электрогриль. С одной, минута с одной стороны, минута с другой, закрывайте 2 минуты. Ну а так как бы все зависит от толщины мяса и от самого мяса. Примерно это на 2-3 раза. Если вы занимаетесь активно и хотите достичь результата, вы должны каждые 2-3 часа употреблять белковую пищу. Обязательно. В каком виде она будет, не так важно. Ну, главное, чтобы она была все же качественной. Как увидите, что говядина, там, печенье, там, протеиновое или протеиновый коктейль, но это очень все же важно, чтобы каждые 2-3 часа поступал белок. Был случай, когда я в аэропорту встретил в Пулково очень спортивно сложенную девушку. Я летел тогда в Омск на турнир. Эта девушка сидела впереди на 2-3 ряда. И что меня порадовало, что когда мы взлетели и когда еду раздавали, она отказалась. И вытащила из сумочки творог обезжиренный, домик в деревне. Очень было приятно, что все же есть такие люди, которые заботятся и о том, что будут кушать. Берите с таких людей пример.